Гы. Три, да, все вновь куплено. О, даже еще Фамоса не продается. То есть получается первый день вайпа. Здесь магазинчик рядом, а здесь уже все продают. Я видел ребята в чате уже и железку продают, и все-все-все хрен узнает. Может быть, уже в ближайшее время и топ будет падать. Хрен узнает, друзья. Всем привет! Зашел на первый же попавшийся соло ПК сервер. Повыживаем. Он на старой карте. Мне на самом деле без разницы, где выживать. Что на старой, что на новой. Ну, наверное, в приоритете бы на новой повыживал. Потому что она еще не до конца изученная. Построился бы на самом деле где-нибудь возле лабы, но там мало файтов и не очень люблю лутать саму лабу, потому что там постоянный кемп, а здесь как-то можно отыгрывать, поэтому хрен узнает, где я буду строиться. Возле бомб-шелтера, если здесь построится хорошее место, тоже большую баску можно построить, но там, блин, тоже мало файтов. Наверное, построюсь прямо напротив харбора. И буду воевать постоянно, если какое-то оружие получу. Блин, заняли. А там что, у него крыша каменная? Но пару фундаментов железных уже есть. И чел в репорте, да? Здесь хорошо строится, но вот двойные стены особо не сделаешь, потому что их надо на 9 фундаментов отводить. Там, конечно, можно как-то размансить. Да, вот здесь у него шкаф. Надо это на самом деле запомнить. А чё с палкой на улице? Не понял. А я думал, это твоя кибитка. Да, он голый. Может, маска есть? 600 серы. Ой-ой-ой. Соседями будем, уходи. Это все-таки его, получается, кибитуля была. Сейчас он придет. Или его долбить. Все же решил, друзья, построиться здесь. Сильно большой дом строить не буду. Прибежал, убежал. Видишь, так кудлук. Может быть, оружку какую-то взял. Мне, правда, камушка надо фармануть, чтобы загрейдить. Кстати, сейчас. Может быть, его еще подкемперить получится. Или дипнуть. Там, думаю, две двери. Хотя, наверное, уже поставил. Наверное, наружку взял, видит, что не закудлочено. А ты что дерешься? Нет никакой у тебя рожки, да? А, арбалет есть. А ты с арбалета меня хер убьешь. Что, стрелы есть? Ну, хоть так. Так, срочно камушка фарманем. Ну, вот неугомонный. Он, наверное, сильно расстроился, что я рядом с ним. Слушай, он какое-то оружие в руки взял. Что, дальше? Мне по факту сейчас надо загрейдить двери. Еще раз повторюсь, я не договорил. Молот вроде бы понерфили. То есть сейчас так быстро не выдолбишь, но все же можно выдолбить. Он все-таки домой зашел, что ли? Что-то в руках было, как это. Че, и ревик мне отдашь? И патроны есть, и еще один нож. Блин, арбалет классная штука. Ваншотит жестко.
В общем, здесь ребята в чате пишут, и я сам заметил, крафт не быстрый. Иксы X5 получается, но и печи не быстрые. Соответственно, делая из этого всего вывод, что дома будут небольшие, во-первых, и то, что это соло, соответственно, домики будут небольшие. То есть нормально, нормально. Даже, можно сказать, легко. А когда большие рейты и все плавится, просто моментально такие хаты строят, что жесть. А сейчас что получается? Залетел чувак какой-нибудь, нафармил, поставил плавить все и офнулся. Надо будет искать. То есть там напротив есть кибитуля, напротив харбора, практически на моем месте. Там какой-то китаец. Кстати, харбор был слутан. Возможно, этот чувак слутал. Откуда он? У него 600 серы, непонятно. За ежедневку, может быть, ну там получается, тогда X5 должно быть за ежедневку дать. То есть не 200 сера, а 1000. Ладно, много вопросов. Так, надо 1006, наверное, фармануть. Камушка, чтобы загрейдиться фул. В первую очередь соседом займемся, наверное, сейчас грейдиться будет. Что, в репортах, дома сидит, не выходит, все. Три раза получил он у меня. Если не 4, 4, 4. Вот, 4 трупика. Все, оружка, которая у него была, он мне уже вынес. Так, и надо будет добыть. Ну, скорее всего, просто пойду фармить дорогу. И, соответственно, получается, двери сейчас будут выдалбливаться. Не быстро, кстати. Да, по умолчанию изучено. То есть, если вдруг одну дверь сломают, я смогу быстро встать и застроить, например, вот сюда вот стеночку поставить. Так, пойду фармить дорогу и надеяться, что бочки с топливом сейчас надо срочно в железо грейдиться. Срочно. И чекать трейду. Как появится фамос в продаже железка, все, значит, топ падает. Надеяться, что топчик уже будет падать на этом сервере. И я сразу начну рейдить. Ну да ладно, зато пофайтимся. Че ищешь меня? Иди, иди давай. Сервак, походу, только-только появились. То есть пишут, что это первый дроп. Дверь не закрывай, пожалуйста. Вообще изи задипать на самом деле. У чувака уже все есть. Не, закрывает двери. Молот? Ты меня выдалбливать пошел, что ли? Дай мне свой молот. У тебя ножей больше нет, что ли? Бедолага. Молот фульный, да? Давай посмотрим, сколько надо. По 5. Блин, а сколько у фундамента? У фундамента, если судить по бобовкам, одна бобовка это 420 урона. Это, наверное, ну, минут 40 сидеть кувалдой, чтобы выдалбливать. А у кувалды столько же, да, 200. У него одна спалка осталась? Нет, еще есть. Плюс чувак в онлайне, это хер выдолбишь. И одна дверь останется. Блин, 6... А, он не встает. У него, потому что одна спалка внутри осталась. Ладно, кувалду засейвим. Можно, кстати, ее переработать. При этом я получу 100 железа, это на 2 кудуку, еще две двери поставить. Слушайте, можно будет так поступить. Ты хочешь сказать, что весь день мы с тобой теперь будем здесь? Или ты мне бобовки... А, подпрыгивает, подпрыгивает, чекает, чекает. Подкрадывается. Не, чувак, мне надо сейчас домой забежать, печку поставить. Конечно, извини, но у него в руках что-то было. Может, выдалбливать собирается. Вот здесь можно посмотреть, если что-то выдалбливают, соответственно, здесь сразу будет типа восстановить там дерево, я не знаю, еще что-то. Так, ткань есть. Делаем еще, получается, десяточек. И крафтим печку. Сейчас я ему еще раз попробую по заднице надавать. Да не кричи. Не байте, не байте. Я все равно выйду.
О, да. Прям как по заказу. Кильнулся, появился возле Гаскина, да. Топлячок. Срочно, срочно. Надо фармить. Надо поставить кучу печек. Там возле меня есть сосед. Я его пытался как-то дипать. Даже близко не думал, что у него есть СМГшка. У него столько печек работает, друзья. У него 3 на 3 кибитка камень. Вот. Если был бы он в офлайне, мне кажется, я бы его выдобыл вообще на изях. Но он в онли. И СМГшка. И он и моего соседа убивал. И куча печек. Это просто супер было бы. Но он в онли. Поэтому время зря терять не буду. Надо печки поставить и пытаться выбить какое-то оружие. Сосед уже просит, чтобы я от него откопался. Я его тоже пытался дипать. Одну дверь, правда, максимум. Он потолок себе ломает. Так. В общем, какой-то такой пока. Путь, план. Блин. 500 топлива. Ну, с топливом не будет проблем. Тачку потом, может быть, скрафчу. Охренеть! Выбил СМГшку просто с первого ящика. Сейчас до дома добежать. Ну все, все, это ГГ. Спокойно можно будет ходить. Бедный сосед. Сейчас узнает, что у меня СМГшка есть, вообще повесится. Все, сосед нашел. Так, сделаю вид, что у меня только пешка. Пусть рашат. Ха, плохой из тебя кемпер. Подожди, ты хочешь сказать, что? Ты все вернул? Еще и синюю карточку принес. И все сеты. Решил подкемперить. А че, в АФК что ли ушел? Мама кушать позвала, наверное. А что с ним не так, я не понимаю.
бегает, кемперит, ждет и просто замирает. Кстати, я пока стоял, не достроил он, оказывается, сюда залетел, думаю, где? Какой-то чувак мне в спину хотел с арбалета шарахнуть. Он хоть промахнулся, но он, правда, не ваншотнул бы. А, он, наверное, так залез. Я тут строил пока. Этот сосед ливнул, магазин поставил, кстати, у него гаражки есть, то есть он, получается, даже две, вряд ли их крафтил, получается, он выбивался, соответственно, у него должны быть ресурсы быть. А именно карточки, компоненты, все такое. Надо будет его обязательно зарядить, главное. Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Дробаш? Эх, а мог бы ваншотнуть. Ой, сколько ты арбалетов нафармил. Молотов сколько. Топоры, ё-моё. Интересно, я, кстати, не посмотрел. Здесь увеличенный рюкзак. Бронки до хера. Это хорошо. Короче, на стенку теперь нужно 4 кувалды и еще одна кувалда на 4 удара получается. А нет, ровно 4 вышло. У него НПЗшка есть. И дверь, блин, вот это. Дверь закудучена, обидно. Очень обидно. Знаете почему? Переработчик. А нахер мне переработчик, если здесь иксы? Короче, 30 бобовок минус соседушка. Есть в тебе что-нибудь интересное? О, еще одна бобовка. Спасибо. Я загрузил еще печки на уголь. Серки, в принципе, уже хватает. Сейчас на крафт встану и добью соседа. Тот, кстати, сосед, получается, ливнул, но хату оставил, но он ее загрядил. Посмотрим, в общем. Да, кувалда, конечно, вообще. Слышу, какой-то чувак лазит. Генератор. Переработчик. Скажи, что еще и карточки у тебя есть. 700 скрапа. Где-то 27 бобовок мне понадобится, я думаю. С учетом прокачанных навыков. Накинем и додолбим. Не поверю, что у него нет МВК. Не считаю это каким-то достижением. У чувака 600 часов наиграно. Но, блин, за 600 часов ты же должен догадаться, что двери на иксах железные стены бахают. Так, шкаф. Достройка. Ну что, по ресам? 63 МВК, топлива дофига. Он говорил, что карточки лутал. 200 серы. Еще чуть-чуть. Компонент. Да, вот оно. Есть карточки.
И компонентов, в принципе, неплохо. С этим учетом всего за 30 бобовок веревки нужны. То есть это вообще по кайфу. Еще, может быть, и здесь что-то будет. Пусто. Пусто. Ну, неплохо. А, у него же еще печки варили. Так, отлично. Это заберем на микрушке. Это на изучение заберем. Ну и вроде бы все. Так, по броньке. Железная голова, но я ее уже выбил, изучил, то есть спокойно могу, в принципе, одевать. Чуть-чуть костянки, маска. Такое. Так, давайте посмотрим теперь. Серка. Но он писал, что он задеспавнит все. Не задеспавнил. Так, меня спалил, да? Да как ты принять его? Ну, стреляешь ты как бог, конечно. Вот и узики. Блин, этих арбалетов как говна просто, я не знаю, я уже... Я каждый час штук по 10 выкидываю. Ох, ты походу давно дорогу фармишь, да, дружище? Ну да. Очень давно. О, это надо домой занести. Я на переработчик собрался. Кожанка нафиг. Так, это надо срочно домой занести. Полочки, в принципе, есть. Или... Нет, скраб надо занести, чтобы потом не фармить. Надо переработаться. Там какой-то чувак построился. Так, этого чувака я уже сегодня убивал. Сейчас спалюсь, наверное. О, да, он уже оружкой обзавелся. Большая печка. Карточки по-любому будут. Фарм. Нет, кстати, закончились, наверное. Балдеж, балдеж.
опять в чате меня обсирают по-любому. Минус третий чувак, которого я довел. Нормально так. Тайминг, слушай, пусть он его рейдит, а я его зарежу. Это тупо тайминги будут. Так, интересно, мне 9-то хватит? Нет, с прокачанными навыками не хватает 9. Вот он, наверное, сейчас в шоке. Идет, идет, идет. Надо было взять бобовки. Здесь у него нет спалки лишней. Фу. А я смотрю, куда он пропал? То есть получается, он сейчас для меня вон то зарейдил. И СМГшка у чувака. У тебя бобовок не было? Так, отлично. У меня есть порох, у меня еще 4 косаря пороха, но я для другой цели, соответственно, коплю. Да, вот это тайминги, чувак, тебе не повезло. Туда интересно, ну вряд ли туда спалку откинул. Че, еще один сейчас ливнет, получается, с сервера. Не повезло, не фартануло. Куча камушка на завтра дом строить. Компонентики. О, веревочки. Это очень хорошо. На таких серверах вообще. Ну и в принципе сейчас веревок не хватает, потому что ботхаты все. Либо разработчики совсем убрали, либо где-то обкекались. Так, а что в печках у тебя? Нормально. Ну, наверное, да, это конечное для него, раз он Тима кидает. А разогнался как. Можно было бы, конечно, как печную его оставить. Но у меня и так 10 печек стоит.
Да, хорошо, ты для меня форманул. Соседи меня и чуваков, которые будут фармить. Харбор мне не нужны. Это он у него, да, спылесосил? У-у-у-у. Не, блин. Походу он успел застроить. Вот это, кстати, его изгубило. Если бы он увидел, что его бахает, он сразу бы взлетел. Хотя, если бы сразу взлетел, то я бы увидел, что... Нет, не успел. Все забрал, да? Все для меня собрал. Ну и отличненько. Вот он, домик этого китайца. Больше он вроде бы как не заходил, хотя немножечко подогрелся. Стенка у него получается железная. И сразу должен быть шкаф. Здесь по сути. Да, вот он, руф. По сути, мне 90 бобовок должно хватить. Сколько там? Там тоже какой-то домик строился. Сгнил, походу. Че, не хватит, что ли? Давай еще накинем. Есть. Вот он и шкаф. Рапчик. Ух ты, у него даже топ-турка есть. Нифига себе. Это дело я себе перенесу. Так, печки он вроде бы не тушил, то есть по сути они должны были доплавить. Но здесь я, похоже, не окуплюсь, да? М-да. Это мне уже не нужно. Меня, кстати, по-моему, такой же скин, это с Battle Pass, тоже есть. СМГшка. Не такой уж он и богатый. Еще серка. Я где-то треть только купил. Это все на переработку. Квалдами я решил больше не рейдить, потому что это дичь. А, во, отлично. Веревок очень много. Если меня не зарядит за ночь, то в принципе прям нормально можно будет рейдить. Так, это тоже возьму, потом будет время, переработаю. И турку надо перенести. А, давай, десяточек. Печка вроде бы работает, правда, одна.
Кстати, планер сломали. Засранцы разраба. Так, шкаф, чувак лежит. То есть, чувак, персонаж сначала прыгает, а потом взлетает. И не всегда он взлетает после этого. Вообще какой-то бомж. Кстати, не одна, а три печки. Это очень хорошо. Один маленький ящик. Начальный верстак. Да, ну такое. Это сразу сюда дело. 200 серки. Ясненько. Может быть, там сейчас в печках неплохо будет. У тебя что? Бинты. Только железо, да, на апгрейд получается кибитули. Ну, в принципе, нет, сера есть. То есть, в принципе, по бобовкам я даже практически окупился. Правда, компонентов вообще ноль. Ну, по рейсам, в принципе, на первый день вообще неплохо получилось. А сейчас необходимо печки, соответственно, затарить по рейсам. В принципе, неплохо. Я больше всему рад, это то, что веревок до хера можно будет трейдить. Хотя не так много чуник показал, что больше. Турку получил. Жалко, что вот как в Расте нельзя эту турку снять и изучить. Я бы сейчас тоже изучил. По изучениям пол железки, все патроны. В общем, все, что через мои руки проходило, я тоже все изучил. Запасы скрапа тоже есть. Сейчас все печки я затариваю на фул железо. Сера и, в принципе, уголь мне не нужны. Поэтому на ночь просто ставлю железо и дом буду буферить. Сейчас, наверное, даже придется железо это фармить, чтобы прям все, которые печки у меня имеются, плавили только железо, чтобы я проснулся утром и начал расширять дом. Вроде бы как-то так, друзья. В принципе, неплохо, я считаю. Чувствую себя, конечно, паразитом, даже очень. Очень жалко, конечно, от этого соседа доводил. Но таковы реалии этой игры. Ничего с этим не поделаешь. Если вам серия, друзья, понравилась, обязательно подписывайтесь на канал и, конечно же, лайкусик не забывайте. С вами был Хантас. Всем добра. Пока-пока.